У ефірі програма «Новини регіону» у студії Крістіна Каранкевич. Вітаю вас і у гетим випуску глядіте. Тепло і комфорт у домах, як у області почався отепляльний період. Лепшим земляробам в області – поклон і повага. Фестиваль «Кірмаш Дажинки 2017» у Клічеві. Молодь рушить на зустріч другим європейським гульням, де в республіці означили перше свято, розкажемо випуску. 10 зворотів на конт подачі тепла на контролі. Остатні скарги, які поступали у ЖРЕУ Могильова, вирішилися поступово. Про гэта повідомили у диспетчерской службі обласного управління жильово-комунальної господарки. У області отепляльний період почався без аварії, докладняють спеціалісти. Шмат локальних робот, але яны завсюди зв'язані з наладкою системи отеплення. Нагадаем, социальные объекты, садки, школы, больницы у регионе начали подключать с 3 кастрычника, а жилевый фонд 7-го. На раницу понеделка 94% кватер по области отрымали тепло. По-ранейшему у некоторых батареи застаются холодными, але гэта частей связано с конструкцией систем подачи тепла. Каб вырашить такого рода проблемы, и дается до 10 дзён. По словам специалистов отдела энергетики и палива облвыканкама, проблем с подачей тепла не повинно узникнуть. Подрыхтовка до отепляльного сезона была проведена в полном объеме. Усе 578 теплокрыниц региона отрымали пашпарты готовности. 4 человеки загинули на пожары в Могилевском районе. Пожар отбылся у ночь на неделю в приватном жилом доме у агроградку Вейна. Коли выратывальники прибыли до места здарения, дом горел открытым поломем. А мясовые жихары спробовали выратывать потерпелых. Однако трагедии позбегнуть не удалось. Причину пожару зараз высветляют следшие. Я думаю, что это соседи в другой раз, они пускают фейерверки. А потом слышу, что долго стреляет. И жена вышла, говорит, вот такое случилось. Я вышел на два двор, а уже пламенем вообще горело, крыша. Столб огня, и уже туда даже подходить было опасно. Шифер стрелял, и огонь был большой. Мясовые кажуть, у той момент одни телефоновали воротовальникам, другие кинулись до дома, который был охоплен огнем. Спробовали воротовать его жихаров. Мы тут выскочили, и соседи эти выскочили. Соседы еще кинулся сюда, у их собака, это и лабрадор, бегал по дворе. И он открыл калитку, выпустил эту собаку, и с той стороны еще стучал в окно, думал, что они живые. Ну, никто не отозвался. Ну, и тут приехали пожарные. Пожар вырятувальники ликвидовали, однако продухили трагедию не смогли. У доме были знойдены тело 4 человек. Господыни дома уладания, и сына, сужителя и еще одной женщины. Подруга с города какая-то. Вместе они работали. Об тем, что у доме жила семья с 3 человек, свечат велосипеды, которые зараз стоят у дворы. Докладнее то, что от них засталося. Они жили нормально. Тихо, пили, спокойно. Говорят. Ну, выпивали. Не то, что же там. Всяк бывает же, вы сами знаете. Каб высветлить причину трагедии, на место здарения выезжала криминалистичная лаборатория. Следшие несколько годин оглядали место пожару. Одна из версий следших – до пожару могла привести непотушенная цигарета. Данная семья характеризовалась удовлетворительно, злоупотребляли спиртными напитками и курили. Вот. Значит, накануне произошедшего их видели в состоянии сильного алкогольного опьянения. Докладная причина здарения будет ведома только по выниках усих экспертиз. Их зараз проводят специалисты Державного комитета судовых экспертиз. Наталья Ильинич, Виталь Вопсев, Новин региона. У Могилеве автомобиль «Рено» насмерть сбил пешехода. Как поведомили у Державоинспекции, 36-годовая могилевчанка, якая керовала иншамаркой, здійснила наезд на мужчину, коли той переходил дорогу по пешеходным переходе без светлофоров. Правоохранникам пришлось уводить план перехоп, каб затримать женщину водителя, якая зникла с места здарения. По словам инспектора УДАИ, с 2007 года она 13 раз протягивалась до отказности за порушение правил дорожного руху. Пешеход от отриманных травм помер на месте дорожно-транспортного здарения. Как поведомили у Державной инспекции, фликеры на его одене отсутничали. Больше за 1000 удельников из усих районов от Хотинска до Осиповича. В Могилевской области ушановали лепших землеробов. На областный фестиваль «Кермаш» собрались те, кто плённо працевал весь год на палетках, на подрыхтовце техники и на перапрацовце. Гоноровые гости, артисты, народные умельцы и, вядома, лепшие аграры Могилевской области. У всех их на областный фестиваль «Кермаш Дажинки» собрал гостинный Клішев. У райцентры подвели выники уборочной кампании 2017 года.
До свята хлеборобов столица форуму изменилась до непознавальности. Кличов не узнать. И так приятно, когда все свеженькое, все такое красивое. Ну, это очень радует. Гуляем с удовольствием. Спасибо им всем за такую доброту и красоту и чистоту. Радость и вот чувство того, что вот меняется. Меняется все к лучшему. Благоустроили, но люди сразу, знаете, были, что раскопки вот это вот раскопали, все делали. Конечно, это были неудобства. Но сравнить теперь и что раньше было, это что небо и земля. Подарунки район отримал и у день открытия фестивалю. Кличевшина – ведомый партизанский край. С ворогами тут змагались и зброей, и словом. Тому символично, что первый у Могилевской области помник военным журналистам открыли на этой земле. Я очень рада, что вот эту идею, да, поддержали все журналисты. И не только журналисты печатных изданий, но и телерадиокомпания «Могилев». Журналисты в годы Великой Отечественной войны, как и рядовые, да, люди, встали на защиту своего отечества. И слово ведь не зря приравнивалось, да, к штыку. Центральную площадь областной столицы Дажинок упригожила скульптура «Рог богатя» – символ добробыту и працавитости. Каб с этого часа тут заусёды было с рогу всего много. Мы всегда готовы принимать гостей, мы всегда рады гостям. Сделали очень многое, конечно, хотелось бы и еще больше, но вы видите сегодня, как преобразился город. Результат – 34,5 тысячи тонн валовый сбор зерна. 32,3 центра с гектара. Это выше прошлогоднего. Достойный результат. У лидерах пана Молоті сёлета Шклоўский, Могилёўский, Городский и Мстиславский районы. У святочном шесте усе те, кто с раницы до ночи обмолочивал, перевозил и сушил зерне. Усе яны герои жнива. Если урожайность нормальная, нормально все организовано, это инженерная служба, агрономическая служба. Ну вот он и результат. Хлеб убирать надо. Ну и понятно, что дома в основном не находишься. Начиная с весны и до поздней осени. Не каждое зерно как бы можно вышить правильно. Получается, например, каждая культура требует свою температуру, свой воздух и все остальное. Вот, как бы это очень сложный процесс такой. Предприятие работает больше 7 лет. Вот. И это для меня первая награда, и для меня это как бы очень даже радостно. 2017 год для наших хлеборобов поспяховый. Больше за 1 миллион 170 тысяч тонн сбожжа. Такий уклад Могилевской области у республиканский каравай. Заготовлено необходимое количество зерна для продовольствия. Ну, будем говорить, полуторагодовой запас у нас есть. Есть достаточно зерна на корм. Идет реализация муки на экспорт. Неплохо. Идет закладки сейчас плодовощной продукции в стабфонды. В совокупности все это говорит, позволяет подвести итог и сказать, ну, слова благодарности еще раз и порадоваться за то, что наша земля дает тот результат, который мы рассчитывали. Гуляння у Клічаві працягваліся да позняй ночы. Святочным настроем і заслужанымі ўзнагародамі хлебаробы раз'ехаліся па розных кутках Магілёўскай вобласці. Ілля Собалеў, Александр Арцем'єў, навіны рэгіёна. Новая ферма у Саугасе «Добраволец» Кличевского района открылась на первые дни свята «Дажинки 2017». Молочно-товарный комплекс различен на 600 галов дойного статку. Тут будет 30 працовных мест. С уводом его у эксплуатацию добровольцы планируют значно повеличить надои. Заселение начнется у нас вот с этой стороны здания. Головная отметность нового комплексу – закрытый цикл утримания поголовья. Причем добровольцы решили комплектовать ферму своими живелами. Меркуется, что так яны амаль не будут хвореть и продукционность не снизится. Генетический потенциал у наших животных довольно-таки высокий. Сюда добавляем сбалансированное кормление и итог получаем производство молока в районе 7 тысяч удоя на одну голову. Кошт объекта 3,5 миллиона рублей будовали сами. У добровольцев жартуют, что теперь у сельской господарки есть и самостойная будовничая галина. Керавництво додае, им кнулись заэкономить, але не на якости. Например, домики для телят вырашили не набывать, а заработать капитальные. Кажуть, экономил 5 разов. Больше гигиеничным станет кормление живел. На кормовый стол нанесена специальная полимерная фарба. Так корова не будет травмировать язык, а бетонную подлогу.
Саўгас-дабраволец спецыялізуецца на вытворчасці ялавічыны, але цяпер вырашылі пашыраць дзейнасць. У наступным годзе пачнуць вытворчасць бульбы, а цяпер і пашырылі малочны накірунак. Штогод дабраволец плюсуе па малаку. За год валавы надой павялічыўся амаль на 2000 тонн. Мы, конечно, создадим лабораторию свою, которая будет, нам позволит достойно разбираться с переработчиками. Мы считаем, что цена за молоко должна быть выше. Чем более высокопродуктивный скот генетически, тем надо больше с ним работать. Згодна графіка, першую секцыю комплексу, а гэта 60 жывёл, укамплектуюць да канца года. На поўную магутнасць новая ферма запрацуе праз 16 месяцаў. Аліна Салаўёва, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна. Клічаў стаў першым райцэнтрам рэспублікі, які прымаў свята на сустрач другім еўрапейскім гульням. Так што тут не толькі ўшановалі аграрыю, але і ставілі спартыўныя рэкорды. Падрабязнасці ведаюць нашы карэспандэнты. Першы беларускі медаль на летніх алімпійскіх гульнях у бразільскім Рэ заваяваны цяжкаатлеткай Дар'яй Наумавай, і свой шлях у вялікі спорт яна пачынала ў Клічаі. Дар'я адзначае, што зараз умовы для трэніровак тут сталі значна лепшымі. На спартыўных аб'ектах правілі рэканструкцыі, з'явіліся і новыя пляцоўкі для падрыхтоўкі будучых чэмпіёнаў. У плане ўсяго, как бы, нам большое улучшение пошло в плане города и как бы спортивного зала, как бы, вот этого стадиона. То же самое, намного лучше стало. Можно всего добиться, если было желание и какая-то определенная большая цель. Преобразилась не только город, но преобразилась и вся спортивная инфраструктура. В том числе это построено на стадионе данного колледжа, есть хоккейная коробка, которая стандартно почти 60 на 28. Можно принимать любые мероприятия областного и республиканского уровня. Приобрели мы мини-футбольную площадку. 40 на 20 с искусственным покрытием, где тоже востребованы, где отдыхают и бегают футбол, мини-футбол не только дети, но и взрослые. Клішу стаў першым райцэнтрам рэспублікі, які прымаў свята на сустрач другім еўрапейскім гульням. Упершыню праз амаль 30 гадоў у Клішаві зноў гулялі ў мотабол. У міні-футбол мясцовыя аматары спорту згулялі з камандамі з іншых рэгіёнаў вобласці. Упершыню гэта новая пляцоўка прымала турнір такога ўзроўню. Города праздник, соревнования, это отличный день сегодня. Нужно показывать максимум, тем более мы дома, футбол, баскетбол, любые виды спорта. Настраиваемся, конечно, да, на победу, это домашний турнир. Спаборніцтвы па стрытболі, валейболі, шахматам, настольным тэнісе, футболі, лёгкай атлетыцы і дартсе. У Клічаві імкнуліся апраўдаць статус райцэнтра рэспублікі, які першым прымаў свята, прымеркаванае да еўрапейскіх гульняў. Наталя Ілініч, Ілія Собалёў, Александр Арцем'єў, навіны рэгіёна. І да іншых спартыўных падзей мінскія цмокі ўладальні Кубка Беларусі па баскетболі. Фінал турніру сярод чатырох лепшых клубаў краіны адбыўся ў магілёўскім спарткомплексе «Алімпіец». Мясцовы «Барысфен», «Гродна-93» і дзве сталічныя каманды спрачаліся за перамогу на турніры. Мацнейшай зноў стала каманда мінскіх драконаў. Магіляўчані другія, у гродзенцаў бронзавыя ўзнагароды. Акрамя тытулу мацнейшай каманды на Кубку Беларусі ўзнагародзілі лепшых у сваім амплуа. Пяць ігракоў «Барысфена» ўвайшлі ў сімвалічную зборную. На гэтым тыдні бярэ старт чэмпіянат Беларусі. Сёлета ён пройдзе з удзелам 10 каманд. З першага этапу барацьбу за медалі пачне і каманда «Цмокі». Магіляўчані свае першыя гульні правядуць у гасцях. Хатнія сустрэчы запланаваны ў «Алімпійцы» на апошній выхадны кастрычніка. Дарэчы, займацца спортам ці проста весці актыўны лад жыцця можна ў любым узросце. Пра гэта сведчыць відэа, якое ўдалася зняць днямі ў Магілёве ў мікрараёне Казіміраўка. Вашай увазе рубрыка «На ўласныя вочы». Усе навіны пра жыццё ў вобласці на нашым сайце tvrmogilov.by. Я з вамі развітваюся. Дзякуй за ўвагу. Да сустрэчы.